Традиционный конкурс духовых инструментов детской музыкальной школы имени Балакирева «Весеннее настроение» в этом году прошел в дистанционном формате. Организаторы решили дать возможность воспитанникам учреждения проявить свой талант, не выходя из дома. Каждый участник должен был исполнить пьесу из обязательной учебной программы, записать выступление на видео и отправить его преподавателям школы до 1 апреля. Свои способности продемонстрировали 22 юных музыканта. Несмотря на то, что зрителей перед ребятами не было, волнение не убавилось. Каждый из участников старался удивить жюри техникой исполнения и артистизмом. Оценивали онлайн-выступления ведущие педагоги нашего города. Они выставляли баллы, после подсчета которых определились победители. Из всех конкурсантов судьи выделили выступление Никиты Корепанова. Мальчик исполнил произведение Юрия Должикова «Чувства». По словам педагога детской музыкальной школы имени Балакирева Юлии Синицкой, в условиях карантина дети продолжают заниматься по учебному плану, но уже самостоятельно. Со взрослыми воспитанниками проблем не возникает, они более дисциплинированы и уже владеют основными навыками игры на инструменте. В то время как ребятам из младших классов приходится осваивать базу без преподавателя, которому потом придется переучивать юных музыкантов. Дарья Козина, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.